Эта рыбка обладает потрясающим, ни с чем не сравнимым вкусом, но это так лишь в том случае, если ее правильно приготовить, и я могу поделиться с вами рецептом, с которым горбуша выходит изумительная. Горбуша редко получается сочной, ведь эта рыба довольно сухая сама по себе, поэтому готовить ее нужно очень осторожно, чтобы не испортить вкус конечного блюда, но у меня есть один хороший рецептик, которым я с удовольствием поделюсь с вами и расскажу, как сделать горбушу в фольге с лимоном. В общем-то, это единственный на 100% верный способ, с которым рыбка всегда получается очень сочная и невероятно вкусная. Я делаю такую горбушу в фольге с лимоном в домашних условиях частенько, особенно для семейных торжеств, ведь гостям это блюдо очень нравится. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Сначала нам, конечно же, нужно выпотрошить горбушу, очистить ее от чешуи плавников, затем тщательно промыть и вытереть насухо. После этого мы нарезаем горбушу на порционные кусочки, добавляем к рыбе специи, соль, лимонный сок и ломтики лимона, перемешиваем все и оставляем горбушу мариноваться на 15-20 минут. Пока маринуется рыба, мы трем морковь на крупной терке, лук нарезаем мелко и обжариваем овощи на растительном масле до золотистого цвета. Немного солим и перчим зажарку и выкладываем ее ровным слоем на лист фольги. На овощи выкладываем срезом вниз горбушу, смазываем рыбу майонезом и раскладываем на нее ломтики лимона. Теперь мы очень тщательно заворачиваем рыбу в фольгу так, чтобы не было никаких дырочек, и сок из горбуши не вытекал на противень. Отправляем рыбу в разогретую до 180-200 градусов духовку на 25-30 минут, этого времени будет вполне достаточно. Подписавшимся, больше вкусностей. Готовая горбуша выходит действительно очень сочной и нежной, обязательно попробуйте ее приготовить, приятного вам аппетита. Вкусняшки, подписавшимся. Обещанный список ингредиентов. Горбуша 1-1-2 килограмма, лук репчатый 2 штуки, морковь 1 штука, лимон 1 штука, 0,5 для маринования, 0,5 для запекания, майонез 2 столовые ложки, масло растительное по вкусу для жарки, специи по вкусу, перец черный молотый, базилик сушеный, соль по вкусу, количество порций 3-4. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз. До встречи!